Я так думаю, что вся эта история с Евровидением это такое камлание вокруг мнимых ценностей и вокруг мнимых целей, которых нам э, ловко подсунули и постоянно-постоянно навязывают. Нам нужно понять, что мы нация э, писателей которых читают во всем мире. Самый читаемый автор это Федор Михайлович Достоевский. Самый ставимый на театральных подмозгах автор — это Антон Павлович Чехов. Самый играемый и поемый композитор — это Петр Ильич Чайковский. На месте, чем гордиться, у нас своя колоссальная культура, с которой можно брать, брать, брать и черпать и примеры, и достигать огромных-огромных высот. Но почему-то кто-то нам подсунул эту синтетическую жвачку и предлагает нам постоянно участвовать в этом безумном хороводе, причем который окрашен не в очень хорошие цвета. Я не знаю, к чему это и кому это надо, но думаю, что нам пора задуматься о том, чтобы мы попробовали обрести собственную идентичность, культурную, которую попробовали бы обратиться к себе сами понять в чем заключается наша самобытность, в чем заключается наша уникальность и тогда может быть по всему миру и э, запели бы наши мотивы наших песен, которые к тому же прекрасно музыкальны.